На момент прибытия первого пожарного подразделения дежурного караула пожарно-спасательной части номер 2 по охране северного района города Орла было установлено, что объектом пожара является трехэтажный многоквартирный жилой дом. Значит, происходит интенсивное горение квартиры на первом этаже, пожар распространился на второй этаж. Во всем подъезде плотное задымление, люди из выше расположенных горящих квартир и этажей просят о помощи. Значит, после проведения разведки были сформированы звенья государственной защитной службы, направленные на отыскание возможных пострадавших. Значит, вследствие оперативно-тактических действий было спасено 7 человек, из которых 4 ребенка.